не предложили. По габаритам, видите, какая? Это платформа больше на танк подходит, чем на вагон башни. Наводчик-оператор, который здесь сидел, погиб, и механик-водитель погиб. Вот этот единственное выделил, проекция, многослойная броня, лобовая. После этого удара он отвернул, ему убок дали. Простой РПГ, дешевое. Вводит старым дедовским способом машину стрелять. Особенно, что ключей и запчастей там для ремонта нет, зато есть вот габариты аварийные остановки. Единственные плюс здесь шрапнельные, осколочно-фугасные и подкалиберные. Разные типы, но количество мало.